Вот тоже очень красивая. Если что, я крашусь, чтобы поснимать тиктоки просто. Я думаю, у всех такое было. Мне просто не спится что-то. Я весь день практически дома отдыхала. Привет, Бугра, как дела? Я мужского пола. Тогда я забираю свой комплимент. Куда собираетесь? Никуда. Я просто тиктоки поснимать хочу. Вот так вот. Привет, Ваня. Потом в Угре я тебе кое-что скажу. Мне кое-кто позвонил. Мои сообщения видны? Да, по идее, должны будут. Ты рассталась с Абрам? Да, очень давно расстались. Красотка, спасибо. Привет, Айка. Я казашка-тучанка. Почему забираете комплимент? Я думала, что вы девушка, поэтому я сказала вам комплимент. Теперь я его забираю обратно. Вы забираете 12 часов ночи. Я никуда не собираюсь. Я просто крашусь, чтобы поснимать тиктоки, во-первых, цветочками, а во-вторых, просто у меня есть много идей. Куда собралась на ночь глядя? В клуб пойду. Айка, пошли, выходи. Я что, зря крашусь? Вышли бы замуж за чеченца. Но если это будет хороший чеченец, то да. Так. Что-то без крема плохо ложится. Вы чеченка, что ли, нет? Чем увлажняете кожу перед макияжем? Цветы, нет, это... Я потом тебе расскажу. Там купится много всего. Это вообще другой нет. Айка, в личке давай. Мы с тобой сколько не общались? Почти месяц. Поэтому очень много всего изменилось, я тебе напишу. Куда собираетесь? Просто тиктоки. Я просто тиктоки поснимать. Вы казашка, казашка-тучанка. Почему вы расстались со своим парнем? Я в Телеграме об этом писала. В губах ничего нет уже. Ладно, забрали комплимент, ничего страшного, переживем. Да, переживете. Как относишься к тому, что молодой человек дарит подарки цветы на деньги родителей? Если честно, негативно. Вы очень красивы, но если не секрет, почему расстались? Я в Телеграме плюс-минус объяснила причину. Можно ваш Телеграм-канал? У меня в истории в Инстаграме. Вот, если не удалилась, еще стоит. Знаю, казахский, да. Ой. Ой. Так, очень ухоженная. Спасибо. Откуда пижама? Виктория Секрет. Губы накачанные? Нет. Сейчас нет. Какой макияж качественный посоветуете? В смысле? Купите качественную косметику, у вас будет качественный макияж. Хотя, по идее, даже можно масс-маркет, там очень классно накраситься. Просто главное уметь. Так. Ту-ту. Я очень давно делала губы, поэтому... Вообще, я хотела еще раз сходить, но... Возможно, не пойду. Сколько вам лет? Мне 18. Вы собираетесь никуда, просто тиктоки поснимать. А пока крашусь, я решила эфир провести. Посоветуете ли палетку хайлайтер от Dior? Да, посоветую. Еще, знаете, я хочу купить Bobbi Brown базу под макияж. Она капец классная, говорят. Вот, я ее буду покупать. У меня кисточки грязные, поэтому мы сегодня спонжиком все делаем. Ту-ту-ту. Все равно он до конца сам не рассасывается. Вообще-то рассасывается. Это смотря что вы колите. Любимая в эфире. Вы кто? Можно на свиданку? Там мы познакомимся. Нет, спасибо. Куда собираешься? Базатки-ка тоже классная. Я не пробовала. Вот такая красивая. Спасибо. Какой контур? От Шарлотт. Вот он. Все равно до конца... Нет, не колола такой. Так, каким жидким контуром пользуетесь? Вот этим. Мне 18.